Привет всем! С вами Игрушкин ТВ. И сегодня у меня здесь целая связка симпатичных птичек с лизунами внутри. Посмотрите, как удобно их носить с помощью этой решетки. Давайте посмотрим, каких они цветов. Желтая птичка, розовый лизун. Розовая птичка и желтый лизун. Синяя птичка, зеленый лизун. Зеленая птичка, голубой лизун. Оранжевая птичка и темно-синий лизун. А это фиолетовая птичка с красным лизуном. Ну что ж, давайте-ка скорее открывать их и смотреть, что прячется в этих лизунах. Там точно что-то есть. Я начну с фиолетовой птички с красным лизуном внутри. Посмотрите, какой он яркий и жидкий. Так и плещется. Помешаем его ложечкой. Ну-ка, вылезай-ка. Смотрите-ка, какой смешной. Ну-ка, что же здесь за игрушка? Это маршал из щенячьего патруля. Щенок пожарный. А это наш красный лизун. Посмотрите-ка, какой жидкий. Давайте попробуем загнать его обратно в баночку. Ну-ка. Готово! Одень его обратно в фиолетовую головку. А теперь откроем вот такого ярко-голубого лизуна в зеленой птичке. Оп! Вывалился! Посмотрите, так течет сквозь пальцы. А что же это здесь у нас? А это маленькая, беленькая, точнее светло-светло-розовая собачка с симпатичными бантиками на ушках. Какая она прелестная! А лизун превратился в настоящее море у меня здесь на столе. Ну-ка, лизун, иди-ка обратно в банку. Одеваем зеленую крышечку. А теперь какого лизуна откроем? Давайте темно-синего. С оранжевой головкой. О, как он прилип к ложечке! Ну-ка, отпускай. Посмотрите-ка, полный стакан. Лизун еле-еле здесь помещается. Какой же он холодный и мокрый. Не очень-то приятный. Но мы ищем игрушку. И кто здесь? А здесь ежик. Из смешариков. Hello! Ну-ка, лизун, иди обратно в стакан. Закрываем оранжевой крышечкой головкой. А теперь очередь зеленого лизуна с голубой крышечкой головкой. Ну-ка, вылезай. Опа! Камнем упал прямо мне в руку. Смотрите-ка, кто здесь? Здесь куколка Мини Лалалупси. Она совсем крошка. Лялечка. Посмотрите-ка. У нее даже пижамка еще без ножек, потому что она не умеет ходить. И сосочка. Может только лежать в кроватке и иногда агукать. Агу, агу, агу. Какая симпатичная. А что же здесь нашим лизуном? Растекся по всему столу. Ну-ка, забирайся обратно в стаканчик. А, не хочешь? А следующий на очереди желтый лизун. Очень красивый и яркий. С яркой розовой головкой. Посмотрим, что же прячется в нем. Упс, посмотрите. Это же Стелла. Розовая птичка
и злых птичек. Посмотрите, какая она хорошенькая. С такой симпатичной челкой-хохолком. А нам осталось собрать нашего лизуна. Яркого, лимонно-желтого цвета. Наш последний лизун. Вот такого фиолетового цвета. С желтой головкой. Посмотрите, какой яркий. Оп, плюхнулся. Ну-ка смотрим, что же здесь за игрушка. Чья-то маленькая ручка. И голубая косынка. Да это Маша в голубом сарафане. Смотрите-ка, какая хорошенькая. Как всегда, улыбается. А ты, лизун, скорее иди в баночку. Закрываем желтой крышкой. Смотрите, сколько игрушек мы сегодня нашли в наших разноцветных лизунах. И какие они красивые и яркие. А вы любите играть с лизунами? Напишите мне в комментариях. С вами был Игрушкин ТВ. Смотрите наши видео, подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Пока! Привет-привет всем! С вами Игрушкин ТВ. Посмотрите, какие у меня здесь яркие птички с яркими хохолками сверху и с яркими лизунами внутри. Интересно, что прячется в этих лизунах? Давайте открывать и смотреть. Снимаем крышечку и достаем лизуна. Оп, вот и он. Какой блестящий, мягкий и очень яркий. Смотрите-ка, вот и игрушка. Кто это? Да это же птичка из Angry Birds, злых птичек. И зовут ее Виллоу. Голубая птичка в шапочке. А мы давайте открывать следующую птичку с лизуном. Вот такую, с малиновым хохолком, с желтой головкой и малиновым лизуном внутри. Снимаю крышку и достаю лизуна. Оп, сам прямо в руки выпрыгнул. Смотрим, что же здесь прячется. Ага, а вот и она. Фиолетовая птичка Гейл. Посмотрите-ка, на ее голове корона, как всегда. Но на этой короне скрипичный ключ, музыкальный знак. Интересно. А мы продолжаем открывать мои стаканчики с птичками. Желтый хохолок, розовая головка и желтый лизун внутри. Ну-ка, ну-ка, кто же это здесь? Да это же желтая птичка Поппи. И в зубах, вернее в клюве, она держит барабанные палочки. И зачем-то надела очки, модные рокерские. А мы достаем следующего лизуна, зеленого, из птички с фиолетовым хохолком и оранжевой головкой. Какой он яркий, посмотрите-ка! Кто это здесь у нас? Посмотрите, коричневая птичка Далия. И она тоже принарядилась, одела ободок с белым цветком. Очень романтический образ. Как здорово играть с лизунами, они такие забавные. И остался последний стаканчик с лизуном. У него розовый лизун, яркий-яркий, фиолетовая головка и оранжевый хохолок. А это кто здесь? Да это же сама Стелла. Посмотрите-ка, у нее тоже очень необычный образ сегодня. У нее прическа какой-то роковой певицы, наверное. Она очень необычная. Посмотрите-ка на моих птичек. Мне кажется, или они куда-то собрались сегодня? Все как-то необычно нарядные.
Мне кажется, они собрались на концерт. И будут они на нем выступать. Ведь не зря Поппи держит барабанные палочки. Ей точно нужен барабан. И он у меня есть. Посмотрите, какая барабанная установка. Со специальным сиденьем для Поппи. Ну-ка, примерим. Давай, Поппи, сыграй нам что-нибудь. Молодец, Поппи! Ура! Здорово получилось! А еще у меня есть пианино. Кто хочет сыграть? Мне кажется, это Виллоу. Ну-ка, что получится? Ура! Просто отлично! Так, посмотрим. А для кого же вот этот музыкальный инструмент? И что это? Это гитара. И мне кажется, образ Далии сегодня идеально подходит для игры на гитаре. Просто отлично! Так, ну а что же делать с этими птичками? Чем нам занять их? У меня остался дирижерский пульт и микрофон. Может быть, так? Кажется, Гейл недовольна. Тогда поменяем местами. Конечно же, Гейл любит быть самой главной, и она будет дирижером. А Стелла отлично поет. Отлично, Стелла! Идеальное соло! А теперь оркестр может выступать. Вместе? Поехали! Браво! Браво! Молодцы! Отлично у нас сегодня получился концерт! А с вами был Игрушкин ТВ. Смотрите наши видео, подписывайтесь на канал и не скучайте. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пока! Всем привет! С вами Игрушкин ТВ. И сегодня посмотрим, что у нас в таких бутылочках с молочком. Прямо с соской, посмотрите. А внутри лизун. Давайте открывать. Снимаем сосочку. И достаем лизуна. Вау, какой он жидкий! Никак не хочет вылезать из бутылочки. Смотрите-ка, а там что-то есть еще. Что же это? Смотрим. Это же ежик из смешариков. Смешной-смешной еж. В боевой раскраске, между прочим. Очень забавный. А мы открываем следующую бутылочку. Красную, синюю, белую или зеленую? Давайте красную. Посмотрим, что прячется внутри. Снимаем сосочку. Какой яркий лизун, посмотрите! Что это здесь? Да это же красотка Минни Маус! Привет! Какой забавный лизун! И какая хорошенькая Минни! В синем платьице! А лизун, кажется, не хочет, чтобы его убирали. Хочет повеселиться. Ну все, тебе пора в свою бутылку. А мы открываем следующий сюрприз в бутылке. Такое зеленое молоко. Или это сок из киви? Посмотрим, что же внутри. Смотрите, это Кэнди в костюме космонавта. Она собралась лететь на Луну. Давайте-ка почистим ей скафандр, чтобы хорошо было видно.
наш лизун собирается уходить. Пока! Какая бутылочка будет следующей? Синяя, красная, белая или вторая синяя? Давайте откроем белую. Она совсем как бутылочка с молоком. Оп, а вот и наш лизун. Кажется, здесь ничего нет. Хотя, ну-ка, что же это такое? Посмотрите! Это брелок от Monster High. Вернее, даже не брелок, а красивая подвеска. Какая симпатичная! И можно повесить на сумочку, или пенал, или даже на браслет. А мы открываем следующую бутылку. Ой, кто это здесь? Да это же малыш Лалалупси, совсем крошечный. У нас с вами осталось всего две бутылки. Синяя и красная. Какую откроем? Давайте красную. Смотрите-ка, да это же Китти в своей пижамке. И остался наш последний сюрприз на сегодня. Бутылочка синего цвета. Открываем и выливаем. Первым вывалился сюрприз. И это свин из Angry Birds. Вот и все наши сегодняшние находки. А с вами был Игрушкин ТВ. Смотрите наше видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, если понравилось. Пока! Привет-привет всем, с вами Игрушкин ТВ. И сегодня у меня есть необычные сюрпризы. Вот в таких скелетиках-лизунах. Посмотрите, какие зубы. Ай, не кусаться. Ну что, давайте-ка посмотрим, что же они прячут. Открываем первый скелетик. Ну-ка. Посмотрите, какой он веселый. Все, баночка пустая. Давайте теперь искать сюрпризы. Вот и первый. Посмотрите, какой забавный оранжевый динозавр. Как называется этот вид динозавров? Если вы знаете, напишите мне в комментариях. У него вот тут вот такой небольшой роговой хохолок. И ходит он, кажется, на задних лапах. Тун-тун-тун-тун. И хвост очень длинный. А мы достанем пока второго. Зеленый динозавр с длинной шеей. Посмотрите, какой большой. Кажется, этот динозавр называется бронтозавром. Какой забавный. А вот и сам лизун. Яркий, розовый, очень симпатичный. Ой, убегает. Ну что ж, а мы откроем следующего скелетика и посмотрим, что прячется внутри него. А следующим возьмем вот такого красного скелета. Снимаем крышку и вытряхиваем ярко-красного лизуна. Вот и сюрпризы показались. Ну-ка, кто это? Синий динозавр. Посмотрите, какой он жуткий. У него огромные зубы. Он очень мощный и кажется злой. Мне кажется, этот динозавр хищник. Вот и наш лизун. А где же игрушка? Вот она. Так, это желтый динозавр.
Ну-ка, какой необычный! Вы только посмотрите, какие у него острые чешуйки на спинке и шипы на хвосте. Он очень опасный. Голова похожа на змеиную. Какой красивый ярко-красный лизун! Так и хочет убежать от меня. А у нас осталось еще две черепушки. Откроем вот такой сине-зеленый. Оп! А вот и наши подарочки. Посмотрите, с какими пузырями они появились. Так, тут чья-то лапа. И хвост. А вот и голова. Вот и наш динозавр. Посмотрите, какие смешные у него пальчики на ногах. Я думаю, он умеет быстро бегать на этих задних ножках. А у нас есть еще один гость. Посмотрите, они чем-то похожи. Они оба ходят на задних ногах. Их передние лапки маленькие-маленькие. И пальчики у этого динозавра тоже длинные на ногах, чтобы можно было отталкиваться и быстро бегать. Посмотрите, мой лизун научился кататься колбаской. Ну а нам пора открывать следующего, последнего, ярко-желтого лизуна в скелете. Ну-ка, отдавай-ка нам свои подарочки. Мяу, какая длинная сосиска. Она сбила всех динозавров. Опа! Посмотрите, какой забавный! Он тоже, кажется, ходит на задних лапках, но у него на голове есть какой-то рог. Вообще, он немножко похож на кенгуру. Пиум-пиум-пиум-пиум. Может быть, кенгуру произошли от этих динозавров? А тут прячется кто-то желтый в желтом лизуне. Посмотрите-ка, почти слился. Тоже очень необычный, с острым хребтом. Если вы знаете название всех этих динозавров, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. А еще напишите, кто из них хищный. Мне кажется, что вот этот хищный. Он выглядит опасно. А нашему лизуну пора отправляться за новыми сюрпризами для следующего видео. С вами был Игрушкин ТВ. Смотрите наши видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если понравилось. Пока-пока! Привет всем, с вами Игрушкин ТВ. И сегодня у меня для вас вот такие аппетитные сюрпризы. Это не просто сюрпризы, это лизуны! Посмотрите! Ну-ка, посмотрим. Да, это же Пеппа! Пеппа в наряде медсестры, посмотрите! Сейчас немножко почистим ее от этой розовой слизи. Привет! Вот такая вот симпатяга Пеппа. И подставочка для нее. А мы ищем сюрпризы дальше. И давайте-ка возьмем вот такой красивый, яркий, зеленый. Посмотрите,
Это же бабуля-пчела из мультфильма про Лунтика. А мы давайте возьмем фиолетового лизуна. Что это у нас здесь? Да это же девочка из сюрприза Лавиз. Посмотрите, она сидит на бревнышке и ждет мальчика. А мы поищем, что же прячется вот в таком черном, как смола, лизуне. Что это такое? Вы уже догадались? Это же самолетик из мультфильма «Самолеты». Интересно, какое же имя у этого самолетика в мультфильме? Если вы знаете, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Мы откроем синего лизуна. Поищем, что внутри. Вы уже видите, что это за игрушка? А вот и она, наша милая Минни Маус в желтом наряде. Минни Маус, как всегда, очень стильная. Желтый бант идеально сочетается с желтым платьем в горох и желтыми туфельками на каблучках. А у нас на очереди яркий желтый лизун. Открываем! Что это? Посмотрите! Кажется, еще один самолетик из мультфильма «Самолеты» Дисней. Кто знает имя этого героя? Напишите в комментариях. И последняя наша скользкая пироженка на сегодня. Посмотрите, какой цвет. Ням-ням. Это похоже на малиновый кисель. Ну что ж, ищем, что внутри. Бух! Что же это такое белое? Оп, посмотрите-ка. Беленькая, абсолютно чистая собачка. Какая симпатяга. С бантиками на ушках. Очень миленькая. Собаки очень любят бегать по лужам. С вами был Игрушкин ТВ. Смотрите наши видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пока-пока!